Смотрите, это телефон Oppo A5 2020. Вы попали на канал HardResetInfo. И смотрите, как я могу. Вот мой палец, вот телефон. Я дотрагиваюсь до... Вот смотрите, да? Он заблокирован, дела дрова, у него пароль стоит. Я дотрагиваюсь пальцем до задней крышки. И вуаля, телефон разблокировался. Как вы можете сделать, чтобы у вас телефон разблокировался так же быстро? Смотрите, я его заблокировал, дотронулся до задней крышки, он разблокировался. Не по лицу, внимание, не по лицу, а сканером отпечатка пальца. Как это сделать? Смотрите далее. Переходите в приложение «Настройки», спускаетесь немного вниз до пункта, сейчас я вам скажу, «Отпечатки», «Распознавание лица» и «Пароль». Вам не нужно входить в безопасность, просто отпечатки, распознавание лица и пароль. Нажимаете. Если у вас не установлен пароль, устанавливайте пароль. Либо же просто нажимаете отпечаток пальца, и он у вас сам попросит создать новый пароль. Поскольку пароль у меня уже создан, я впишу тот, который у меня есть. Надеюсь, я его помню. Да, я его помнил. Если у вас еще не стоит пароль, вам просто нужно будет вписать его два раза одинаковый. То есть любой, какой захотите, там придумайте. Главное, не забудьте его потом. Если у вас есть привычка забывать пароль, лучше поставьте какой-то 4-0 или 1-2-3-4-5-6, как у меня, допустим, да? Вот и спалился, что забываю пароль. Так, вот, смотрите, здесь есть такая кнопочка «Добавить отпечаток пальца». Если у вас нет ни одного, вам предложат это сразу сделать. Вот у меня один есть. Я покажу, как сделать так, чтобы... вот, допустим, смотрите, у меня... Боже, я сделал скриншот. Как, если правой рукой я дотрагиваюсь, то он разблокирует. А если я дотрагиваюсь левой рукой, то он не разблокирует. Видите, он скачет, но не разблокирует. Правой разблокирует. Итак, чтобы разблокироваться начал и левой рукой, я нажимаю «Добавить». Отпечаток пальца. И дотрагиваюсь теперь левым пальцем до сканера. Причем, внимание, дотронуться нужно. Сначала нужно дотрагиваться просто подушечкой. Подушечкой, не боковыми частями пальца, а подушкой. Вот, дотрагиваюсь так. Раз, пошел. Видите, он уже начал сканировать. И каждый раз немного меняю местоположение пальца. Совсем чуть-чуть, на пару миллиметриков. Вот. Теперь он говорит изменения, измените положение пальца. То есть теперь уже нужно будет дотрагиваться боковыми краями. Это я вам лайфхак даю. Он не говорит, что нужно боковой частью пальца дотрагиваться. А я вам говорю, потому что так будет сканер работать намного быстрее, лучше и точнее. Итак, теперь дотрагиваемся боковыми частями. То есть, да, самой передней вот этой вот частью. И другими боковыми частями нашего пальца. Вот это даже. Отлично. Смотрим. Выполнено. Выполнено. Нажимаем продолжить и теперь проверяем. Дотрагиваемся отпечатком пальца. Правой рукой разблокировался. Левой рукой разблокировался. Великолепно. Великолепно. Наш телефон теперь разблокировался отпечатком пальца. Теперь... Мы можем, да, настроить там еще дополнительно, чтобы приложения какие-то скрытые могли разблокироваться только по вашему отпечатку. Ну, просто, естественно, вот экран блокировки, как у меня, да, чтобы по отпечатку можно было снять. Также, ну давайте, что гадать. Я вам сейчас это все как раз таки покажу. Вот, отпечаток пальца, да, 1, 2, 3, 4, 5... 6. Использовать отпечатки пальца можно для блокировки приложений и даже для файлового сейфа. То есть фотографии некоторые, которые вы хотите, чтобы только вы могли посмотреть, вы можете добавить в сейф. Файловый сейф. Так он и называется. Файловый сейф. И тогда, когда переходите в файловый сейф, вы, хоть телефон разблокирован, вы должны дотронуться отпечатком пальца, то есть пальцем до сканера отпечатка пальца, для того, чтобы увидеть фотографии, которые в этом файловом сейфе сохранены. Ну, а на сегодня, на этом мы с вами закончим, потому что я вам рассказал, как добавить сканер, добавить снимок пальца, что ли. Я не знаю, как это даже правильно сказать. Короче, как добавить свой палец в базу отпечатков пальца вашего телефона. Короче, как добавить отпечаток пальца в ваш телефон. Вот так правильно сказать, наверное. Спасибо большое за просмотр, поставьте этому видео лайк и подпишитесь на наш канал. До встречи!